Всем привет! Сегодня покажем две модели защитных шорт от Fox Racing. Собственно, вот они. Значит, это более легкая и простая Fox Titan Race. И второй вариант у нас Base Frame Pro. Сразу видно то, что у Base Frame Pro защитные элементы многослойные. Конструкция тут стандартная. И там легкая дышащая основа. Ну и есть защитные вставки в нужных местах, собственно, в тех, которые у нас чаще всего страдают при падении. У Titan Race основа из дышащей и тянущейся лайкры. Ну и вот с такими вот протекторами по бокам. То есть они очень длинные, закрывают все бедро. Материал там это неопрен. Также имеется защита копчика, совсем такая небольшая, тоже из неопрена. И есть еще так называемый памперс. Собственно, вот здесь вот. В общем, вот эта вся ставка, вот эта она идет. Тоже мягкая подкладка, но это не неопрен, это скорее какой-то типа поролона, но добавляет удобства и комфорта. То есть не будет там ничего натирать и будет удобнее. Вот. Собственно, что? Сверху у нас резинка, снизу тоже на ногах резинка. И что прикольно, здесь вот есть такие силиконовые накладки, дабы они не сползали и никуда не двигались. Значит, Base Frame Pro по защите по площади чуть поменьше они, то есть они покороче, не закрывают, как Titan Race, да, вот по длине, вот если посмотреть, разница есть. Но при этом они вот вместе, получается, вот здесь выше, на верхней части бедра они пошире, и материал, как я и говорил, то есть он получается здесь двухслойный, то есть здесь раз накладка, и вот здесь вот часть еще одна накладка дополнительная. Но я так понимаю, это как раз-таки в месте, где вот косточка у нас есть, дабы нам ее не повредить и было комфортно и удобно. Значит, материал основы это нейлон, тоже тянется, соответственно, здесь сетка будет продуваться и вентилироваться. Имеется также копчик здесь сзади, чуть побольше, чем на Titan Race'ах. И, собственно, материал тоже, вот как и боковушки, это у нас, по-моему, называется он парон. То есть это не поролон, это не нейлон, это какой-то более такой твердый, более жесткий и амортизирующий материал, нежели вот эти вот вставки на Titan Race. Вот, сверху также резинка, снизу тоже резиночки, и есть силиконовые накладочки, чтобы они не сползали. Ну и причем здесь они даже постарались, сделали эти накладки в виде своего же бренда Fox. И здесь вот такой значок. Вот, не знаю зачем, ну как бы, окей, сделали и сделали. Ну и, кстати, тут нету вот этого так называемого памперса, то есть тут по факту просто материал тянущийся, да, ну, как бы, причем тянется, кстати, хорошо. Будет удобно и комфортно. Вот, не знаю, памперс убрали, ну, видимо, кому-то он просто нужен, кому-то не нужен. Это как вот на литовских шортах, у них там тоже на какой-то модели есть, на каких-то моделях нету этого памперса. Поэтому, ну, как бы выбирать, да, нужно или попроще что-нибудь типа такого с памперсом, либо чуть позащищенней, типа Base Frame. Шорты Base Frame стоят чуть дороже. Ну и как я понимаю, это из-за особого материала, то есть он сам по себе немного другой, да, отличается. Вот этот материал тоже отличается. И достаточно сложный крой. Соответственно, все это надо пришить, нашить, и получается то, что у нас себестоимость на выходе дороже, ну, выше, и как бы и ценник для розницы тоже выше. Ну, а конкретные цены и наличие можно посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Напишите в комментариях, используете ли вы шорты, и если используете, то какие. Если пользовались, какие у вас ощущения, может быть, что-то смущает, мешает и тому подобное. В общем, будет классно, спасибо за просмотр, всем пока!